Сейчас пообщаемся с ребятами из Дзык Бэнд, которые уже расположились на нашем диване уютном. Еще раз доброе утро, ребят. Доброе утро. Дмитрий Красновский, Андрей Назаришин, Ирина Рыбина, Даниил Рыбин и Оля Кисакова у нас сегодня в гостях. Доброе утро. В ноябре вы у нас, по-моему, были, да, в студии? Да, было. В прошлый раз. Да. Что нового произошло за это время, пока мы вас не видели? Ой, да, целый месяц прошел. Целый месяц прошел. Всего. Да. Ну, мы, собственно, подготовились к Новому году уже. Переоделись. Мандаринами запаслись. Да, обязательно елкой, там, гирляндами. Я уже все дома украсила, все моргаю, блестит. Ну и новогодняя программа. Подготовлена. То есть произведение. Подготовлена новогоднюю программу. Часть этой программы мы сегодня сможем услышать, да, и уже услышали. И понятно, что музыканты на Новый год обычно не отдыхают, да, не встречают Новый год за столом, а где-то трудятся. Вы, я так понимаю, тоже не исключение. Нам да? так повезло, что мы как бы и трудимся, и заодно и отдыхаем. Потому что мы едем... Рассказывайте, как у вас это получилось. Мы едем с ребятами, которые... Туристическая компания, они устраивают горнолыжный курорт в Пилипце. Угу. И вот нас пригласили с собой, чтобы мы сделали праздник для отдыхающих и заодно с ними еще покатались. Угу. А что это будет? Как вообще это все будет происходить? То есть вы прям в новогоднюю ночь? Прям в новогоднюю ночь, да? Внизу под горнолыжными трассами поставят сцену большую, и мы вот прям ночью там будем на открытом воздухе играть. На открытой площадке. Да. Да. Ну, а потом будет возможность еще и провести какое-то время отдохнуть. Надеемся. Да, хотелось бы верить. Хотим и верим, да. Что вообще вот хотелось бы пожелать, тем более, что вот до Нового года уже остается там буквально несколько дней, пожелать себе в первую очередь, чего бы хотелось? Вообще-то здоровья. Потому что Потому что если нет здоровья, ничего не интересно. Неинтересно, нету какого-то стимула вообще. А вот здоровье главное. А потом, если есть здоровье, будет все. Здоровье и сил, да? Да. Мотивации еще. Мотивация, да. Я хотел бы ще побажати всій Україні мріяти, щоб мрії здійснялися і появлялися нові. Тому що мрії нас саме мотивують до здійснення чогось нового. Давайте, кстати, действительно поговорим о мечтах. Какие ваши планы? Вот что вы загадали в ночь на 16-й год? Что в итоге сбылось? Ну, в принципі, все, що було загадане, в якомусь плані здійснилося. Але воно здійснялося не просто так, знаєте, як чудо з неба, а через прикладання великих зусиль, великої роботи, великої праці. В принципі, людина, яка чогось прагне, хоче досягти, щось зробити, вона робить. А якщо є робота, то і ясне діло, що буде результат. Так що працюйте. Чого хочеться достичь у 17-му году? Какие-то конкретные творческие планы у вас уже намечены? Планы есть, да, звичайно, є планы, але ну, розголошувати їх пока не хочеться. Це така велика таємничка. Ну, а из того, что, в общем, запланировали, но стоит рассказать. Ну, может быть, какие-то в ближайшее время там концерты у вас планируются, или еще, может быть, творческие планы. Ну, сьогодні на студії у нас з'явилася нова ідея робити аранжировочки в певному плані в своєму виконанні, в певному плані з одеським колоритом. Бо думаємо, що це буде досить цікаво.
Будем, можем... За 5 минут, да. Мы придумали во время рекламы. Сечень лютий, думаю, уже покажем что-то новенькое. Ну, самая гениальная идея, они, собственно, так неожиданно и рождаются. Да, а вот если подводить итоги прошедшего года, что, на ваш взгляд, для вас самым ярким впечатлением было в уходящем году? Кому как. Ну, для меня лично это переезд в этот город, потому что, как бы, сами не местные. Поэтому не местные. Да, поэтому этот год вообще очень яркий и контрастный по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом, поэтому каждый месяц что-то новое происходит, того, чего в моей жизни не было. Не жалели, да? То есть это... По-разному было, но... Для эфира? Ну почему? Все было по-разному, но, в принципе, я рада, что я там, где я есть, и занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что это, ну, это очень классно. У нас, наверное, самое яркое впечатление — то, что мы все вместе собрались. Вот это, ну, как бы, самое такое приятное впечатление, потому что... Да, мы долго к этому шли. Да, ну, мы из Киева с Ирой приехали. И, ну, самое приятное то, что мы здесь нашли в Одессе, это то, что мы нашли таких друзей, с которыми мы можем и работать, и дружить. Это вот, и нас, во-первых, держит в этом городе, и, во-вторых, это очень приятно для нас. Как-то состав изменять планируете, расширяться, может быть? У нас еще есть гитара, но она сегодня... Да, но он отдыхает сегодня. Маленький отпуск. Ну, пока так. Нам пока достаточно. Да, оптимальный пока что вариант. Мы себя комфортно чувствуем, поэтому... Работаем так, а там посмотрим, не будем закадывать. Какое для вас идеальное празднование Нового года? Вот, как вы... Мандарины. Да. Ну, на самом деле, самое главное, чтобы рядом были приятные, хорошие люди, которые тебе дороги, которые тебя радуют, чтобы они были в здравии, чтобы они были счастливы, и от этого ты будешь чувствовать себя лучше, счастливее. Возможно. Ну, будем надеяться, что так оно и будет во время празднования вашего Нового года. Давайте вот, раз есть у вас такая возможность, пожелайте чего-нибудь и одесситам, может быть, на Новый год. С удовольствием. Кто начнет? Хорошего настроения. Здоровья. Оставайтесь с собой, одесситы. Одесс. И главное, чтобы сильно не напрягались и выспались наконец-то. Ну, да. Ну, мне кажется, одесситы не особо напрягаются вообще. Вот, поэтому я и так и сказал. Мы, ребята, еще услышим. Вы нам уже сыграете еще. Конечно. Да? Я напомню, что у нас сегодня в гостях Zig Band, Дмитрий Красновский, Андрей Назаришин, Оля Кисакова, Ирина Рыбина и Даниил Рыбин. Ребят, спасибо, еще услышимся. Ну, а утро на седьмом продолжится через несколько минут, сразу после рекламы.